Меня зовут Дмитрий Матвеев. Я приглашаю вас на семинар «Йога сердца». И сегодня мы поговорим о шпагате. Коротко, в двух словах, но о шпагате, о всеми любимом шпагате. На семинаре мы, конечно же, будем обязательно стараться сесть шпагат. Даже не сесть, для кого-то подготовиться. И мы узнаем также, какие дополнительные положения, асаны способствуют развитию шпагата. Вот. Из моего личного опыта, шпагат очень хорошее упражнение для подготовки к лотосу и для энергии. Очень хорошее упражнение для того, чтобы накопить много энергии, как бы, даже просто за одно занятие энергии прибавится, и будет просто хорошо. Добро пожаловать на семинар. До свидания.